Музыка. Всем привет, и сейчас я буду делать обзор на игру «Морской бой». Так, короче, заходим. Ой. Ну ладно, спасибо, посети. У меня зацепил немножко телефончик. Ну, что-то с ним не так. А, сейчас я быстренько выберу себе игрока. Подождите пару секунд. Не знаю, что за фигня, поэтому выйду и буду играть с роботом. Поиграем-ка мы с дроида. Для начала мы возьмем четырехпалубный кораблик. Да. А давайте. Вот так, что раз. Давайте просто обычное расставление. Обычное расставление сделаем, все, пусть так будет. И плей. Погнали. Для начала будем пробивать середину. Да. Давай у нас это будет. Капец. У тебя будет, ну, типа, массей там же, ну, такой, типа, ну, квадратик. А! Слушайте, ребят, не следите только строку. И не, вообще, не думайте то, что у меня там на заднем плане разговаривают мои друзья-лайкеры. Друзья, да. Так. Поэтому... Нет, не виси. Нет, не хватит, тогда надо... Ты удаляют же вместе. Блин! О, боже мой! Офигеть! Он... Капец, короче. Ну, давай тогда видео просто расскажем. О, да тут у нас четырехпалубный! Да ладно! Макс! Слушай, давай снимем. Вау! Боже мой. Ужас какой-то. Боже мой, что они с собакой делают? Да блин, да ничего они не делают там, просто прыгают. Жалко. Да блин, он меня уже второй корабль убил. Я не только. Потом знаки свои добавил, да? Капец, блин. Он меня убьет. Ненавижу, когда. Мне кажется, что-то снизу у него есть. Ну все, он меня убьет. Ура! Я его ранила. Надеюсь, так. Да? Нет. Да у нас тут трехпалубный. Четырехпалубный у нас, потому что был. Ну все, он меня убьет. Он же третий корабль сейчас убьет. Капец. Это тактиковый бой. Мы давай прыгаем. Так, короче. Я буду тебя. Мне что-то кажется, он выставил где... О, вот, да, вот, типа такие. Боже мой! Я кораблик ранила. Да ладно. Да блин, Макс! А чё? Отстань, видео я тут снимаю. Макс, умный человек. Которого... Я добрый, не слушайте её. Нудно, я сказала. Я тут бесимся. Нам делать нечего, поэтому мы ерундой маемся. Двухпалубный. Блин, да как его? Трудно, конечно, прощупать немножко. Но для меня, что я недавно начала играть в морской бой, это чудо мне мешает. Это чудо по имени Макс. Макс, хватит хлопать. Макс, я видео в YouTube снимаю. Все, я тебе тоже буду всегда мешать теперь. Фух, слава богу. Да блин, где у него может быть корабль? Ах ты! Макс! Хэштег пишут. Ну-ка, что за хэштег? Так, тебе это не надо. Секундочку, подождите.
ну все. Погнали дальше. Ты и я, с тобой друзья. Я тоже, у него есть корабль. Ура! Я знала. Класс. Да, блин, жалко. Давайте все, которые такие с цветочками, ля-ля, вот это, пробьем и потом погнали. Любим мяут. А мне грудные клетки. Макс и Лина, разве можно включить? Я знаю это. Да блин. Интересно, трех баллов. У лисички этого. Да. Я смотрю. Если что, есть в лайке под ником. Я придумала. С9. Да подожди, Лиза. Я придумала. Смотри, типа ты такой стоишь. Ну, ты такой, блин, что-то скучно. Я вот такой пум, и я такая бум. Я делаю такой пум, и тут появляюсь. Да, я появляюсь. Они обсуждают видео на свой новый канал. Я появляюсь, типа, и ты такой бум. И я такой, я хочу кушать. Ты такой бум, я хочу играть. Бум, бум. В смысле, я хочу играть, и что дальше? Ну, типа, я не знаю. Типа, я к тебе лезу. Идеально, идеально. Блин, у меня 4 мачтов хочет убить. Ну все, ну я где-то. Ты появляешься? Бум. Не, есть идея. Типа, когда бум происходит, я такая, типа, душу такая. Не, прикольная идея. Давай. Давай. Сейчас. Так, огрызок есть. Ёкаламане. Я возьму разрядку, ну, типа, буду тебя душить. Зарядка это называется, Алик. Типа, я попала. А, ну да, то есть. Типа, я вот так вот... И ты поиграешь. Вау! Пробиваем этот корабль. Пока это все сюда положу, ну, для видео. Вау, у нас тут трехмачтовый. Я прячу. У него осталось три кораблика, и то один на палубе. Мой телефончик. Там мой нормальный. А блин, это что такое сейчас было еще раз? Так, блин. Ходи, просто я на них засмотрелась, на друзей. Хорошо, что ты знаешь. Кстати, давай типа спрятать будет. Да блин, Алик, ты опять спалилась. Придется еще раз. Алик опять спалилась для видео. Да я... ладно, Лиза. Да ладно, Макс. Все, давай. Сейчас я. Да, я вот так вот сделаю. Я понимаю. Что-то снапи меня есть, Вала. Yeah, под yes, ником Сет9. Сет на английском, если что. Чтобы все знали. Я Сет9. А я типа вот так вот делаю, так я просто. Давай. Да блин. Ну тогда прищупаю что-нибудь. Давай, погнали. А теперь душу. Да блин, он меня сейчас всех убьет. Они, короче, что-то делают. И давай, Алина попыталась задушить Макса. Пока. Я умер? Или я сдох? Погнали. Так, короче, они тут обсуждают все. И, короче, Макс... А я это уже Алина душить. А меня Алик убить хотеть. А меня Алик убить хотеть. Боже мой, как это хотеть. Нет, не, не, давай что-нибудь такое нормальное. Типа вот с маленькой ржачиной поставим. Знаешь, какой у меня знак? Дьявол. У меня дьявол и конфета. Ну, которая вот эта. Боже мой, Алик. Ты убить тебя хочешь? Алина у нас всех убивает, зачем, не знаю.
Ну, все, нормально, выкладываем. Один лайк, какой-то дебильный бот. Ты и я, с тобой друзья. Да ладно. Ой, сколько лайков там. Ой, это Полина, которая со мной 1 километр живет, она в соседнем подъезде. Со мной. Та-та-та-там. Она не очень популярная, как я вижу. Давайте еще. А, это? Она на меня подписалась. И что? Она думает, что мы с ней дружим. Смотрите, это, знаете что? А ты вот это вот изучал? Вот это. Да. Сейчас, смотри. Да, он снимался здесь, в смысле. Давай снимем это видео. Надо найти под музыку эту видео. Он, по-моему, а ты же с Масеем, по-моему, в дуэте снимался, да? Да. Я знаю, как она называется, эта песня. Давай. Сейчас, смотри. Это It's So Right. Да подожди. Я знаю, кто это. Это Stop Motion. Stop Motion. Stop Motion. Да, Stop Motion. Смотри. Это где с куклами? Она упала. Значит, да. Stop Motion с куклами, Макс. Давай. Давай я наберу песню эту. А, мы же... Да подожди, надо... Куда ты? Музыка. Английский. Окей. Окей. Я да, долго думаю. Я вообще не могу букву найти. Ура! Я убила у него на матче такой грабрик. Ха-ха-ха. Так. Давай лучше найдем мяч. Ну, я сыграла уже в эту игру. Ладно. Лина, надеюсь, вам есть. Эта игра понравилась. Да, она нам не понравилась. Им не понравилось, мне понравилось. Я их даже не спрашивала, потому что у них мозгов нет. У себя нет мозгов, так что до свидания. Где ты? Сама иди куда. Да блин, Макс. А чё? Он бомжик по. Он бомжик по? Я бомжик по. А, ну ладно. Смотри, какой быстрый. У меня было 88, сейчас 95. Ты реально? Да блин, я тут дуэт еще не видел, кстати. Потому что это на другом аке. Я два ака. Кстати, а давай снимем, как видят вещи, а? А, да! Давай. У меня есть такая. Да, нет, другое. Подожди, там другое. Давай, типа, как видят кошки? Как видят? Не, я видела это видео. Давай, типа, как видят нас кошки? Где да. Ты это найдёшь? Всем пока. И ждите нового обзора. Я трендами сейчас не вообще. Пока.